Остается совсем немного времени до того, как в историческом центре Самары появится новое творческое пространство. В столице губернии продолжается реставрация дома купца Муштакова, расположенного на улице Самарской. Работы уже находятся на завершающей стадии. Заканчивается отделка, идет монтаж инсталляционного оборудования. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, который побывал на объекте, специалисты работают очень быстро. Знаете, я не был на объекте, наверное, несколько недель, почти месяц. И, честно говоря, то, что я сейчас наблюдаю, это небо и земля. Уже невозможно вспомнить и даже вообразить, что здесь было ровно год тому назад. До конца текущего года, уже в декабре, торжественно дом Муштакова будет сдан. Как и было ранее предусмотрено, здесь разместится музей-галерея «Заварка», где станут завариваться новые творческие креативные идеи. Напомним, реставрация дома купца Муштакова стартовала в начале прошлого года. Общая стоимость проекта составляет порядка 60 миллионов рублей. Большую помощь оказал президентский фонд культурных инициатив. Оттуда поступил грант в 19,5 миллионов рублей на создание музея. Остальные средства выделили из бюджетов города и области. На первом этаже постройки распахнет свои двери арт-купеческая чайная. Второй этаж отведут под музей и многофункциональное выставочное пространство. Проект реставрации объекта разработал известный архитектор Дмитрий Храмов. Он предложил идею не только сохранить элементы старины внутри дома, но и совместить их с современными техническими решениями. Гости смогут оценить говорящие печки с секретами, посмотреть на замороженную стену с артефактами самарской истории. Особый предмет гордости – мебель. Мебель, конечно, уже готова, она ждет своего часа. Уже все мебельщики ругаются, когда мы ее сюда привезем. Вот, потому что там вся мебель, она стоит из досок, из брусьев, из которого был дом, и которые не пошли сейчас в дальнейшую реставрацию, а вот то, что не пригодилось для реставрации, мы уже использовали как материал для мебели. После завершения реставрации дом Муштакова предполагается передать на баланс города, чтобы музейное пространство внутри него функционировало как муниципальное учреждение. Александр Кочетов, Максим Гусев, «События».